Как известно, 30 апреля 2023 года в Узбекистане состоится всенародный референдум по проекту Конституционного закона о Конституции Республики Узбекистан. Данный закон выражает долгосрочные стратегии развития нашей страны, прочную правовую базу и надежные гарантии будущей благополучной жизни нашей страны и народа, закрепляет конституционный принцип Узбекистана как правового государства. В преддверии референдума по всей стране проводятся агитационные мероприятия, концерты, встречи, семинары и беседы как в различных организациях, так и в учебных заведениях. На семинаре, прошедшем 30 марта для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций под лозунгом «Мне не безразлично мое будущее» было рассказано об изменениях, которые планируется внести в Конституцию, а также порядке проведения референдума. Обучающий семинар по разъяснению содержания Конституции Республики Узбекистан в новой редакции провели заместитель начальника управления Министерства юстиции Республики Узбекистан Бекзор Джалилов, главный юрисконсульт Центра оказания юридических услуг города Алмалыка Матлуба Ашурова и представители Центра повышения квалификации юристов Республики Узбекистан. Выступившие на мероприятии еще раз подчеркнули роль Конституции в жизни нашей страны и народа, и что вносимые в нее новые дополнения и изменения благополучно скажутся на образе жизни узбекистанцев и послужат дальнейшему продвижению главного принципа республики за человеческое достоинство. Активное участие в пропагандистских мероприятиях, нацеленных на подготовку к этому процессу каждого гражданина, неравнодушного к судьбе страны, безусловно, будет способствовать успешному проведению референдума.